Этот новый таможенно-логистический комплекс может принимать в сутки до 100 груженных фур, в каждую из которых помещается 15 тысяч бутылок. Терминал «Западный», так назвали логистический комплекс, крупнейший участник федерального эксперимента по маркировке импортируемой алкогольной продукции на территории Калининградской области. Общая площадь его складов – 45 тысяч квадратных метров. Здесь могут поместиться более 22 тысяч палет. Марку клеим мы с правой стороны, потом мы помарочную этикетку ставим. То есть наша задача, чтобы марка была со стороны штрих-кода. Есть наименование на иностранном языке и наша уже переводная. Мы должны сравнить, то вину нам поставил грузчик или нет. Более 15 лет маркировка алкогольной продукции перед ее ввозом на территорию России производилась на заводах-изготовителях либо на транзитных складах, в основном в странах Прибалтики. В прибалтийских государствах практически монополия сформировалась. То есть весь алкоголь, практически 100%, который импортный, потреблялся в Российской Федерации, хранился, оклеивался и дальше доставлялся, значит, компаниями, которые, по сути, имеют вот корни в Прибалтике и расположены там на территории. Калининград обладает уникальным географическим таким уникальным положением. Мы вынесены за территорию Российской Федерации, не граничим с другими регионами, и здесь осуществлять контроль за движением импортных товаров достаточно легко. С переносом этого процесса в Калининград в регионе увеличится грузопоток и появится до 2500 новых рабочих мест, а ежегодные поступления НДФЛ вырастут почти на 250 миллионов рублей. Первую марку на бутылку наклеил губернатор региона. Уважаемые коллеги, старт дан. Спасибо. На терминале работают 150 человек. Сейчас это полностью ручной процесс, но на втором этапе будут установлены автоматизированные линии, и ручной труд сократится на 60%. По прогнозу, через терминал «Западный» будет проходить до 500 000 тонн продукции в год. Инвесторы планируют построить еще один Черняховский на 150 тысяч квадратных метров. И тогда через Калининградскую область будет проходить вообще весь импортный алкоголь, предназначенный для продажи в России. Жанна Мейлер, Наталья Красакова, Калининград, ОТР.